Находимся мы в городе Стамбуле. Прямые эфиры ведем из магазина Darkman, который занимается производством женской одежды больших размеров более 40 лет. Продаем мы свою продукцию только оптом в 4 наших магазинах, 2 из которых находятся в Лалале, 1 в Османбее и 1 онлайн-магазин. А наша Марина, рост 1,60 м, объем груди 104, талия 88 и бедра 117. Накидка из варенки штапельная. Смотрите, вот я подобрала брючки, топики, эта штучка сверху, накидка. Можно и под джинсики, под лосины, под любой вариант. А еще какой один роскошный цвет, посмотрите. Приглушенные тона, такие спокойные цвета. Все, что девочки продемонстрировали, и вот есть еще вот такой цвет. Представляем вот такой вот комплект, сочетание морской тематики. Интересно сделала блюзочка. Одно плечо у нас идет поцелуйчик. На рукавчиках у нас идет вот такой лампасик. Также брючки интересные. Половина идет трикотаж, половина у нас идет сеточка. Очень интересно смотрится. Качество изделия у нас идет вискоза эластан. Шикарный, изысканный костюм. Ткань у нас здесь джинса, это летняя ткань. В серии 2 штуки, пуговички полностью расстегиваются, высокая посадка, боковые карманы, евро длина брюк. Спортивный костюм, штапельная ткань. На молнии, очень интересно сделаны резинки на брюках, удобные карманы на бомбере. Очень красивое сочетание цветов черного и белого. И сама резиночка бомбера подчеркнут эту модель. Изделие у нас 2 штучки в серии, 1-2. Чтобы сделать заказ, нужно сделать фотографии при просмотре видео с нашего аккаунта. Все наши прямые эфиры мы сохраняем, а также нас можно найти во многих социальных сетях. Это у нас 2 странички в Инстаграме Darkman Fashion, Darkman Fashion. Также в Ютубе, ВКонтакте, в Одноклассниках, ТикТоке, Фейсбуке. Видео прямых эфиров сохраняются. Кто не мог сейчас просмотреть, может попозже тоже просмотреть, сделать скрины и сделать заказ. Это у нас образ, отдельно брюки, отдельно туника. Туника у нас, смотрите, какая красивая. На фоне мелких горошек. Вышивка у нас такая елочкой. Объемный капюшон, брюки расстегиваются понизу, можно фантазировать. Удобные серии, 2 штучки. Также мы создали еще один образ. Верхушка у нас второй цвет идет, это у нас вот такой вот свитшот с капюшоном. И наша знаменитая юбка. Трикотажная юбочка. Изделие у нас и верх, и низ, по 2 штучки серии. Один из самых шикарных костюмов, я считаю. В том году была одна расцветка, в этом году другие. Наконец-то поступили повторы. Девочки, не пропустите. Куртка. Рукав какой, пройма какая, полностью на молнии и роскошные брюки. Вот эту модель я хочу оставить себе лично, очень нравится. Мы ведем прямые эфиры, продаем оптом. Наши гости. Наталья Чонка, стиль Кураж Плюс Сайз. Это магазин розничной торговли от компании Darkman. Мы находимся в городе Ярославль, живем, но это не значит, что мы не отправляем посылки, отправка у нас по всему миру. У нас очень хорошие рекомендации от покупателей, то есть, как вам сказать, смотрите отзывы, и вы все сами поймете. Брюки из тоненькой плащевки, спорт, шик, смотрите, какие модные, стильные.
Я подобрала к ней такую туничку, наши любимые обезьянки. Девочки, их очень мало осталось, по одной-две серии. Ткань, трикотаж, боковые карманы, шикарная. Также моделечка представлена, и во второй расцветке сочетали черный с зеленым. Здесь большой размер, качество изделия. Вискоза, хлопок, эластан. И вот такая вот интересная жилетка. Здесь у нас идет сочетание двух тканей. Здесь у нас джинса Tencel. И сочетание вискозы трикотажа с хлопком. Также моделька представлена у нас и в расцветках. Вот такие вот цветные красивые капюшончики. Также в рукавчике есть окантовочка тоже цвета капюшона. Какой цвет капюшон, такой есть окантовочка на рукавчике. И создали тоже вот такой образ с нашими брючками. Так, смотрите, эту жилеточку можно создать образ, носить даже с вот такой вот юбочкой. Ну, наши вещи все между собой сочетаемые. Ткани же натуральные, очень приятные к телу, удобные размеры. Я брюки оставила те же и одела наши любимые блузы, наши проверенные. Катон, эластан, роза, такая сильно модна. Наши любимые рукавчики, две штучки в серии, по бокам разрезики. На Марине одет первый размер. Также у модели есть очень красивые расцветки и, конечно, белый цвет. Такой шикарный рукав, фонарик. Вот такой стоечка, воротничок, который горлу не мешает. Качество катона, штапеля или вискозы в белых расцветках у нас не просвечивается. Также такие изделия блузки можно носить, смотрите, и с лосинами, и с юбочкой, и джинсиками, черными брючками, и синими брючками. Так что можно удобно, приятно носить их. И у блузки, и у лосин две штуки в серии. Норма идет лосин единичка и двоечка. Также у этих лосин есть батальная серия. 3-4 размеры. Кто заметил, к этой юбочке подходит очень многие варианты. И рубашек, и блузок. И, конечно, представлено в черном цвете. Тоже создали образ вот такими нашими брюками. Брючки штапель удалось идут. На ней очень есть нежная жаточка, которая придает ей очень красивый. Смотрите, какая классная штучка. Ветровочка сделана из органзы. Талия затягивается. Смотрите, под эти брючки шикарно смотрится. Пыльник, ткань органза, комбинированная плащевкой. Есть утяжка, в серии всего лишь две штуки. Модно и стильно. В дождливую летнюю погоду будет идеальная вещь. Как я и говорила, наши вещи между собой все сочетаемые. Жилетка на молнии. Из вискозной ткани. И наша юбка предыдущего образа. Также есть кардиганчики. Это у нас идет нитка вискоза, легкий трикотаж. Пуговички у нас рабочие. Точной рукав у нас здесь в сочетании с люрексом. Смотрите, какой классный костюм представлен компанией. Легкая куртка с таким глубоким, хорошим капюшоном. Полностью на молнии. Такой прогулочный костюм. Наталья, можно я вам задам несколько вопросов? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как долго вы занимаетесь таким бизнесом? Бизнесом? Ну, в районе 20 лет. В районе 20 лет уже. Вы быстро перестроились на интернет-продажи? Моментально, но это уже было несколько лет назад. То есть мы заняли хорошо, почетно свою нишу. Но это огромный труд. Это кажется, все видят только готовую картинку, а шаги к этому, это, конечно,
Чтобы подготовить один эфир, наверное, проходит не один день для декораций, подборки товара, описания всего этого. Ну, у нас проходит несколько часов для промеров и для выхода уже. Между началом промеров и заканчивая уже тем, что мы готовы выйти в эфир, проходит 2-3 часа. Вы собираете свои отзывы? У вас на страничке есть отзывы? Я сейчас напишу. Отзывов очень много, достаточное количество. И важно почитать, это в актуальном, и то, что люди пишут, и комментарии. И никогда не попадайте на мошенников. Потому что, когда предупреждаю всех, многие пишут комментарии, сразу на них пишут мошенники. И вот мы вас переводим на WhatsApp, отправьте нам деньги, девчонки, мы вас всех вот просто предупреждаем. Были такие случаи неоднократно. Спасибо. А наша следующая модель. Мы подобрали брюки евро-длины и из вискозного нитки такая кольчужка, точной маленький рукавчик. У брюк высокая посадка, 4 штучки в серии, круговая резинка. Шикарный кардиган на одной пуговичке, можно перестегивать где угодно. Вискозное полотно, очень приятное к телу. Снизу мы подобрали брюки, у брюк серии 4 штучки. Бомбер трикотажный с капюшоном, без замка, рукава органза, супер батал. Ну а мы на наших двух страничках Darkwing Fashion и Darkwing Fashion демонстрируем продукцию, которую производит наша фабрика. Фабрика называется Darkman. Продаем мы свою продукцию только оптом. Шикарное платье. Понизу лампад, рукава у нас поцелуйчиками, на жемчужных пуговичках, рубашечный воротник, кружевное полотно. Базовая основа. Можно одеть как под каблук, так и под спортивную обувь. И в серии всего лишь 2 штучки. На модели представлен первый размер. Наталья пишет, что у вас потрясающий эфир. У вас, наверное, большая команда работает, да? У нас очень большая команда работает, да. Много осталось людей, кто в Ярославле. Здесь мы тоже приехали с нашим техотделом, скажем так. Работаем, стараемся. Ведь когда работает команда, тогда и получается качество. Вот. А я продолжаю эфир в этом же платье, что выходила предыдущая модель. На мне размер 1. Все-таки я вернулась к этим кружевам. Впереди праздники мамы женихов, мамы невест. Обращайте, пожалуйста, внимание, юбилярши. Все открывается, будут празднования. Наконец-то мы начинаем полноценно жить. А в таких красивых нарядах, я думаю, что вдвойне. Как я говорила, на нашей модели были одеты каблуки, а на Наталье такие интересные балетки, мокасины без каблука. Шикарная туника. Платье на пуговичках. Очень красиво сделана спинка, здесь накат из камней, пайеток и страз. В серии всего лишь 2 штучки. Представлено оно в расцветках. Изысканный терракотовый цвет. Накладные карманчики есть на груди. Рубашечный воротник. Длина изделия 7/8. Платье супер-супер батал из джинсового трикотажа. Смотрите, такое стильное, молодежное. Знакомьтесь с нашими моделями. Елена. Рост 1,76 м. Объем груди 95, талия 72 и бедра 104. Джерена зовут нашу модель. Рост 1,70 м, объем груди 113, талия 93, бедра 124. Это у нас комплект, платье и ветровка. У ветровки длина рукава 3/4. Платье вискозное, с карманами боковыми, на широких удобных лямках.
Вот приедете, я у вас тоже интервью возьму. Буду очень рада знакомству. Наша Зейнаб, рост 1,75 м, объем груди 126, талия 118, а в бедрах мы немножко похудели. Изначально было 138, а сейчас 132. Наша Марина, рост 1,60 м, объем груди 104, талия 88 и бедра 117. Платье штапельное, двойка, смотрите, балерушка идет яркая и низ, смотрите, сарафан какой модный, стильный, боковые карманы. На Марине одет первый, самый маленький размер. Наша гостья Наталья, у нее рост 1,60 м, объем груди 115, талия 102 и бедра 118. Смотрите, какие заманушки в этом сарафанчике. Они регулируют длину бретеля у модели, а сверху я накинула вот такой кардиганчик, сеточка. Ну, мне нравится, я думаю, что многие это оценят и приобретут для себя, скажем так, с брюками, с чем хотите. А этот кардиган, ой, кардиган-сарафан, в своем эфире я, по-моему, если не ошибусь, надевала с майкой. Можно надеть с футболочкой, тоже будет очень интересно. Смотрите, какая спинка. А в каких цветах уж представлены модели вот этих накидок, сейчас вам девчонки продемонстрируют. Наслаждайтесь, девочки, показом. И наша следующая расцветка. Насыщенный такой терракотово-оранжевый цвет. Объемный капюшон. Капюшон двойной, поэтому он фиксируется на голове очень удобно. Три четверти рукав. Молния расстегивается на хорошие объемы. Снизу мы подобрали брючки евро длины с серии 4 штучки, размера 42-48. Цвет такой зеленого яблочка, очень такой красивый. Это последняя расцветка этой модели. Вот такая очень элегантная модель. Представляю, вот такое красивое сочное платье. Здесь у нас идет как будто имитация двойки, но у нас цельное платье. Качество изделия у нас идет штапель вискоза. Договорились, всем будем рады. Яркое, красивое, сочное штапельное платье. Джинсовая рубашка из катуна, средние размеры, полностью расстегивается. А также интересная тюлечка, сделанная из нитки вискоза. Здесь у нас кольчужка сделана. Тюлечка батальный размер. А с вами были мы, наша чудесная фирма Darkman. Как говорил недавно Петр, мы получаем свою продукцию практически с утра до вечера. И ждем мы последнюю нашу модель. И буквально через 5 минут мы с вами. Мы покажем вам нашу фабрику, которая... Сейчас поступит. Запасайтесь кофе и усаживайтесь поудобней. Пока-пока. Буквально на 5-минутный перерыв. Я не успею.